12 нарушений выявили инспекторы ГИБДД среди водителей автобусов в марте. В основном водители не соблюдают требования безопасности при перевозке пассажиров, садятся за руль неисправного транспорта. В Свердловской области на 5-10% подорожает хлеб. Как сообщает «Комсомольская правда», производители прогнозируют повышение цен из-за увеличения стоимости на сырье и упаковку. Хоккеисты «Уральского Трубника» заняли 6-е место в финальном турнире первенства России среди старших юношей 2005-2006 годов рождения. Игры проходили со 2 по 9 марта в Кирове. Первоуральцы оказались на 6-й позиции, опередив лишь сборную Нижегородской области и команду «Крылатская» из Москвы. Сегодня Международный день крутизны. Идея праздника принадлежит Кевину Лаверу и его коллегам. В 2007 году один из них предложил отмечать праздник в честь крутизны Кевина. Шуточная идея получила поддержку и развитие, а дата, 10 марта, была выбрана потому, что в этот день родился Чак Норрис.